Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 1193. Нам нужно найти диагональ прямоугольного параллелепипеда, если его измерения равны. В пункте А это измерения 1, 1 и 2. Мы знаем, что квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов его измерений. Тогда диагональ равна корню квадратному из суммы квадратов его измерений. Подставим конкретные значения измерений. Единица в квадрате – единица, плюс единица в квадрате – единица, плюс 2 в квадрате – 4. Диагональ равна корень из 6. Пункт Б. В пункте Б измерение 8, 9, 12. Тогда диагональ равна корню квадратному из 8 в квадрате 64, 9 в квадрате 81 и плюс 12 в квадрате 144. Итого 289. Корень из 289 – 17. И последний пункт В. Измерение равны корень из 39, 7 и 8. Тогда диагональ равна корню квадратному из. Корень из 39 в квадрате это будет 39 плюс 7 в квадрате 49 плюс 8 в квадрате 64. Итого корень из 169. Это 13. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте.